взлом компьютера – серьезное преступление. Нарушишь условия домашнего ареста, и тебя посадят. Я просто хотел познакомиться. Так сильно, что взломал все ее аккаунты. Ты почувствуешь то же, что и я. Такие вещи могут преследовать всю жизнь. Ты почувствуешь то же, что и я. Призраки — это неупокоенные души, которых удерживают сильные эмоции, такие как любовь или месть. Что ты предлагаешь? Отвергнутый дух, к тебе взываем. Направь эти перья нашими руками. Тянись к неизведанному. Ты почувствуешь то же, что и я. Неупокоенная. Смотрите в кинотеатрах с 30 апреля.